Добрый день, друзья. Сегодня будем менять экран, стекло. Так вот выглядит в сборе с рамкой на LG 975. Снимаем заднюю крышку. Слот сим-карты. Таким вот образом. Стараемся не оставлять следов, не царапать. Снимаем заднюю панель. Достаточно много болтов. Батарейку. Выключим телефон сначала. Антенный кабель. Шлейф отстегнем. Давайте проверим новый экран, как он работает. Включился. Все в порядке вроде. Не выключаем. Thank you.
Есть два варианта замены экрана со стеклом. Один такой, то есть мы просто переносим печатную плату и все шлифа необходимые на новый экран, потому что у нас, видите, в сборе экран, стекло, рамка. Вот. И также в продаже имеется более дешевый вариант. Вы можете купить просто стекло с экраном и заменить его. Для качества я бы вам советовал брать в сборе такое вот, как у меня. Снимаем плату. Камера. Шлейф. Кнопки звука. Довольно крепко он сидит на скотче. Давайте его прогреем. Аккуратно снимаем, поставим его сразу на новый экран. Снимаем антенну с динамиком. Тоже достаточно прочно сидит у нас. Снимаем батарею. Последняя довольно крупная деталь у нас осталась, это шлейф зарядки. С кабелем антенны. Будьте аккуратны, потому что антенный кабель очень хрупкий, особенно в том месте, где он соединяется с переключателем. И разъем наушников. Датчик света, датчик приближения. Обязательно снимаем резинку. Не забываем кнопку включения.
здесь она у нас находится. Вы вроде ничего не забыли. Собираем телефон, ставим кнопку включения. Резинку сенсора. Пыльник микрофона ставим на место. Шлейф зарядки. Вот в этом месте кабель заводим за выемку. Как видите, ее внизу. Динамик. Антенну. Вставляем плату. Следите за тем, чтобы ни один из шлейфов не остался под платой. Соединяем кабеля, шлейф основной. Здесь немного поспешили, ставим камеру. Ставим верхнюю панель, батарейку. Включаем телефон. Старайтесь не путать болты.
собираем. Защитный пластик ставим на соединение с батареей. Кнопки. Таким образом меняется экран. Слот сим-карты. Ставьте лайки, кому видео было полезным. Подписывайтесь на наш канал. С вами был Дов. Всем спасибо за внимание. Доброго дня.